Сегодня состоялось первое заседание суда по делу о строительстве жилого здания в 29-м микрорайоне. На слушании присутствовали со стороны ИСЦА жители 26-го дома. В качестве ответчиков представители строительной компании, администрации города, управления архитектуры и кадастровой палаты. Напомним, согласно градостроительному плану, в 29-м микрорайоне в сквере возле 26-го дома должны появиться две многоэтажки. Однако местные жители с этим не согласны. Ранее им удалось получить судебный запрет на проведение каких-либо работ на этом участке. Сегодня стороны встретились в суде. Сотникова Любовь Александровна и Пикалова Андрей Вячеславович. Вы на этой стадии хотите привлекать данный суд? Да, на этой. В ходе судебного заседания был объявлен перерыв. Если стороны не придут к компромиссу, разбирательство может затянуться. Наша программа продолжит следить за развитием событий.